Хочу поздравити нормальну команду за побіду. Ми создавали моменти дуже багато, просто не забивали, але это самое красивое, когда смотришь команду, которая хочет биться до последнего минута. Это мне очень понравилось. Сегодня вообще комментариев, если заслужили, не заслужили, нет. 100% заслужена победа. Хочу тоже поблагодарить команде за всю работу, которую провели предыдущих 50 мяч, сколько я здесь. Это, можно сказать, полтора сезона, потому что там был и конец предыдущего сезона, и вся эта сезона. У нас в Сербии есть поговорка «никогда не легко, но всегда красиво». Я могу так сказать, что такая была сезона у нас. Там, где мы были в конце декабря и начале января, никто не верил в нас. А куда пришли до последнего минута в борьбу за вторую позицию, до последней секунды за Лигу чемпионов, выиграли кубок. Мы самая лучшая, далеко самая лучшая команда весной в России после сбора. 15 игр было у нас, выигрывали 13, одна ничья и одну только проиграли. Я горжусь с этим результатом и с командой. Хочу еще раз сказать спасибо, парни. Сейчас надо отдохнуть. Хочу поблагодарить болельщикам. Они жесткую поддержку сделали командой второй час сезона. И все по-другому, когда они так за спиной команды. И ничего, отдохнуть. Там есть пару игроков, которые будут на Евро, сборная Польши, сборная России. И потом собрать новых сил, перестроить команду и добавить за следующий год, да, как всегда. Максим Гужевский, Газета.ру. Ну, сначала вот не по игре, а вот по сезону, если можно. Учитывая совершенно ужасный и кошмарный первый 2020 год, вот первую часть сезона, и замечательный этот отрезок. Каких эмоций у вас по окончании сезона больше, положительных или отрицательных? Я уже сказал, я думаю, понятно, что я сказал. Когда я сказал, что горжусь с результатом и с командой, тогда положительных, нормально, да? Так, и не согласен с этим, что весь сезон, первый час было ужасно, но это было последний месяц, полтора месяца. А только мы, которые внутри знаем, с какими проблемами мы боролись, не говорили публично об этом и не будем никогда, это не мой стиль. Наши проблемы будут внутри и мы их будем решать. Но кто осторожно следит за футболом, за командой и может сделать анализ, поэтому что мы вообще неплохое выступали, особенно на Лиге чемпионов и первая часть чемпионата. Я не говорю по этих последних 8 туров, когда добавили Лигу чемпионов напрямо и забрали больше очков, чем наши соперники, у которых было одинаково количество очков перед этим. Я говорю от начала нового сезона, тоже были там вверху таблицы, один момент и первый. Но потом, как сказал, кто понимает футбол, он может знать причину, как мы упали последних полтора месяца, там примерно от начала ноября. Примерно до конца декабря. Да. Тём Рыженко, sports.ru. Скажите, пожалуйста, что с Франсуа Комано и, на ваш взгляд, не тянуло ли это нарушение на более серьезное наказание? Спасибо. Правильный вопрос с вашей стороны. Но я, как знаете, мой стиль я не буду комментировать, но спасибо за вопрос. Так мой ответ по этой второй части вопроса. Думаю, все понятно. Кто умеет читать между словами, он будет прочитать, что я хотел сказать. А, к сожалению, уже пришла диагноза у него там, не знаю точно, как это кость называется по-русски, вилка, как вилица, как это да. Челюсть. Да, челюсть сломана, так будет какая маленькая операция, но надеюсь, что все будет в порядке с ним. Врач мне сказал, что мозг в порядке – это самое важное на данный момент. Вот еще один вопрос. Почему сегодня не было заявки Мухина? Связано ли это как-то с его контрактными делами? Нет, не было только Мухина, не было ни Баринова, если вы заметили. Не было Рибуса, не было Зелуиша, не было Эдера, не было Игнятова. К сожалению, это все ребята, которые… Это у нас был сложный, плотный график. В второй части сезона мы играли больше матча, чем другие команды. Чем любая другая команда в России, потому что пришли в финале Кубока и просто получали удары на последнюю игру, если помните, там в финале Кубока
Мы поменяли уже на перерыве Баринова, потом через игру поменяли и Мухина, а потом было видно после игры только и Рибус, у Эдера какая инфекция, глаза появилась, и это, в принципе, причина, почему не играли.